Юбилейное 500-е кольцо сегодня усталявали у одним из туннелей будущей третьей ветки столичного метро. Это перегонный участок, по яким электрички будут переезжать с одной линии на другую. По словам специалиста, узведение подземки зараз идет на вот за перераджением плана. Амаль 1300 метров у направку от станции вокзальная до юбилейной площади прошел специальный комплекс, который прокладает туннель. Когда все будет по графику, про 2 месяца начнут изводить туннель у отворотном направку. Что тычется будовництва самих станций, то амаль завершено узведение Ковальской слободы. Работы выполнены на 90% по строительству строительно-монтажных работ. Здесь производятся работы по сооружению платформенного участка, по сооружению конструкции вестибюля, тупики, блок служебных помещений, вент-камера. Это уже построенный этап, там закончены работы. Значит, все работы ведутся на платформенном участке вестибюля. Станция вокзальная готовая амаль на 70%, юбилейная площадь и площадь Богушевича амаль на чверть. Отзначу, первые 4 станции новой линии повинны принять пассажиров праз 2 года.